Детский оздоровительный лагерь «Шагала» на побережье озера Лакулин начал работу после ремонта. Сюда приехали около сотни детей из малообеспеченных многодетных семей и дети-сироты Алакольского района области Жетысу. Своими впечатлениями от отдыха они поделились с нашим корреспондентом Гульнар Жантасовой. Вот так с шумными играми и различными развлекательными программами проходит каждый летний день в этом лагере. Он расположен прямо на берегу живописного озера Алаколь. Здесь каждое лето отдыхают по 600 детей. И даже отсутствие интернета их совсем не огорчает. Хороший отдых. Мы так заняты различными играми и состязаниями, что даже забыли про интернет. А я для себя сделал вывод, что и без него можно провести время весело и продуктивно. Тут нашел очень много друзей. Каждый день купаемся. Хорошее питание, наполник, хорошо, много шоколадок дают. На дискотеку ходим, с девчонками вальс танцуем. Летний лагерь «Шагала» – один из старейших в области. В следующем году ему исполнится 60 лет. И он работал даже в самые трудные времена. В этом году здесь провели частичный ремонт. Появились баскетбольные и волейбольные площадки. Наши дети приехали с Алакульского района, все 44 школ. Это дети статусные, сироты, полусироты, малообеспеченные, многодетные семьи. У нас планируется 6 сезонов, 600 детей отдохнут. Все мероприятия направлены на поднятие иммунитета и оздоровление детей. Продуманы здесь и меры безопасности. Есть тревожная кнопка, работает охрана. А во время купания дежурят сотрудники ЧС. В день по два раза дежурим здесь, пока дети купаются, а это где-то по два часа каждый раз. Купаются не группами по 20 человек. Кроме того, проводим лекции по безопасности на воде. «Шагала» – один из трех лагерей, работающих в этом летнем сезоне на озере Алаколь. Здесь, возле жемчужины Жетысуского края, этим летом отдохнет и оздоровится около 1500 детей. А в целом летним отдыхом в области охватит больше 100 тысяч школьников. Гульнар Жантасова, Ожаз Байбусынов, 24 КИЗ, область Жетысу.